Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, мы на речке. Вон, Санька вместе. Привет. Здорово. Значит, не выдержали, выехали на речку. Погода стоит нормальная, 12 ноября, а тепло. Тепло, и в принципе решили съездить на речку. Стали на пятом месте. Вот оно, пятое место у Жени. Ну что, на пятом месте я еще не стоял. Посмотрим, что оно нам даст. Поймал уже пару подлещиков на фидер, червяк и опарыш. Ну а что, фидер худо-бедно работает. Вот эту вот прикормку забросил. Ну, мы приехали, еще было темно, поэтому показать было невозможно. Добавил туда пшена и гороха. Вот такая получилась прикормка. Ну, пока фидер худо-бедно работает. Подлещик с моторанька клюет. А все остальное вообще молчит. Непонятно, или лещ, или карп. Нет, карп. Карп? Да. Да. Зараза, Сан, чтобы сейчас на твою лыжку не пошел. Сейчас надо вытащить его наверх. Сейчас. Ну там не один. Крючок один, поэтому не страшно. Блин, Женя, у меня тоже клюет. Нет, это не клюет, это у тебя это самое. Это я зацепил карпом. Нет. Давай. Его. Сейчас. Никак не хочет. Это мне надо, чтобы он воздуха глотанул. О! Тихо. Да? С твоими подсадками, слушай, Саня. Пойди возьми его, подсад. Тихо, отца, вроде же глотанул ты воздуха, уже что тебе еще надо? Опа. Красавчик. О, хороший. Слушай, ну килограмма 3 точно. Да, если не больше. Поздравляю, Евгений Григорьевич. Дальний заброс, Аня. Поздравляю. Дальний заброс и один крючок. И горох, да. Да? Карп? И она ушла куда-то, Жень. Бля. Сейчас, Саша, мне самого подсак взять.
Ну, сейчас. Какую? Какую? Вот эту удочку крайнюю можешь вытащить? Ну, вот так надо было, блядь, освободить. С этим, с правым, с твоим этим самым движением. Зараза. Как тут сам сложно. О. Подбираю на меня берег. Так. Надо же свой пацан брать. Да. Бур. Саш, подожди, подожди, подожди. Сделай подсак. Ты ему дал глотануть? Дал ему глотануть? Один крючок. Один крючок капли, как и говорил Олег Иванович. Уже не отдала, молодец. А я думал, ты шутишь, у тебя клюет. Я думал, это говорю, мой карп, это самое. Клюет, блин. Я думал, это мой карп этот вот. Слушай, ну это поменьше, конечно, чем твой. Михалыч. Ой, Евгений, поздравляю. Спасибо. Поздравляю, дорогой. За это спасибо, наконец-то. Ты его за это самое, за щеку я взял. Я вообще его как его вытащил, вопрос. Я не знаю, как его вытащил вообще. Угу. Это где-то половина десятого, смотри, вот это. Дуплет подошел. Сейчас леснемся. Я никого тоже боюсь, кстати. Он ушел. Он ушел туда, там, к тебе. Зараза, там где он? Где он? Далеко что ли? Сейчас это я его. Я вторую уже положил. Что вы повезете? Пошел сюда. Третью уложить. Третью, третью. Не, зацепил ты меня, блядь, сегодня. Зацепил, да? Да. Потащи уже, там разберемся. Я не хочу сейчас вытаскивать, а потом сейчас помочь. Так давай я сам туда зайду, это самое. Подожди, а куда ты зайдешь? Ну да. Он уже, он уже где-то здесь. Держи, 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 держи. Так мы не распутаемся с тобой. Давай, подожди. Я вообще не пойму, как мы с тобой закрутились, замутились, бля. Нет, Жень. Что, еще разок? Сам, наверное, еще раз. Тащи его, бля. Сейчас. Там разберемся, бля. Бля, ты все удочки мои собрал. И ту тоже. Тащи, 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 тащи. Потом будем раскатывать. Зараза, сам к нему воздуха глотануть, он, падла, не хочет наверх идти. Он все удочки собрал, видишь, все три. Может быть, хороший. Сильно не рви тут. Он там клубы зацепит на шубы. Аккуратненько его. Аккуратненько. О, аккуратненько. Аккуратненько. Блядь, я воздуха бы глотанул бы, блядь, падло, блядь. О-о-о-о. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Глотай, 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 глотай. О. Люди хорошие. Люди хорошие. Сейчас тебе его как-то сюда. Или, может быть, там его возьму? Давай, на ротану, блядь. Держи, держи, держи.
Паца не мой большой. Перепрыгивает, ты понимаешь? Да я вижу. Стой, его надо головой взять, Сань. Я понял же. Что головой? Ну ты же мне голову не даешь. Пацак не поломай. Это что такое было? Пацак, ну для чего? Таскивай эту самую. Крючок я его вытащу. Женя, вообще красавчик. Подожди. Ты мне удочки не поломай, ты вступаешь. Да сейчас я это сама отцеплю в резину. Снасть, блядь. Ну, Женя, поздравляю. Слушай, красавчика. Нифига себе, сам все поперепутал. Все поперепутал, что я тебе говорю. Так, дай я его вытащу на берег. А, ты мне его крючок не снял. Сними крючок, я его вытащу на берег, а там будешь распутывать. Да я же думал, что с Настей вместе дать тебе. Подожди, Сань, я его держу. Я крючок не могу вытащить, потому что там этот. Он глубоко сидит. Санечка, самую минутку, дорогой. Минутку, сам ты уже заканчивай, все. Все. Все? Все. Точно? Точно. Сюда обходи, вот тут кладбинцов. Все. Идем на пошли. Давай, на правду его. Да в ведро он прямо бросил. Ух ты, красавец! Жень, ну здесь четверка. Не знаю. Ну точно четверочка. Ну поздравляю, Евгений Григорьевич. Ты возвращаешь свой авторитет, блин. А хорошо зацепился. Возвращаешь свой авторитет. Он бы никогда не отцепился бы. Подсак посмотри, мне кажется, он у тебя что-то это самое. Порвался, что ли? Да, что-то. Смотри, подсак. Ладно, сейчас посмотрю подсак. Там мы что, сам с тобой к концу рыбалки вообще без подсаков останемся так? Так. Пока там карп держится, надо пару ракет бросить. Давай. Я не знаю, таки доставать после этих всех мучений, нужно трогать их. Кого? Вот эти доставать после всех этих путаний, или пускай уже стоят. Да я откуда знаю? Если они не перехлестнулись, то, значит, пусть они стоят. Они должны. Пусть стоят. Пусть стоят. Ну, конечно. Да, поклевка была классная, я видел. Сошел. Вот она. Она, поклевка. Женя, она. Так, подожди. Удочку, чтобы не наступить на нее. Да вот он, пацак, рядом. Я удочку забрал с ракеты. Что у тебя фрикцион не работает? Вот я его отпускаю. Так хлебанул бы. Хватит. Я доволен как это, слон. Это без этого самого, без резинки. Я доволен как слон. Все. Выходи на берег. Я сегодня решил ловить на две удочки. Фидер и карповик. На карповике
крючок за рохом, рузило и больше ничего. А на фидер вроде как не скучно, здесь клюет карп. Саша говорит, на две удочки, говорит, лучше, чем на четыре. Оно так бывает, Саня. Оно? Так, слышь, похоже. Саша, я не вижу, что это сама карп водит. Нормально, слышь, нормально. Сейчас, подожди. Да что, обожди ты? Как ее, блин? Кого? Да вот этот уже купил. Так удочку надо забрать, Сань. Я сейчас на нее насыплю. Какую? Вот эту. Да не могу забрать, ты зацепил ее. Ты ее зацепил за дерево. Так а мне далеко это самое. А он далеко, парк. Отцепляй удочку. Убери ее, черт, потому что мы сейчас на нее наступим. Надо кормить. Видишь, подошла спорта. Ты ядро убрал, да я боюсь на ядро наступить. Убрал, мне же попадать. Я не знаю, Саша. Это ж надо было хороший подсак дома оставить. Лучше так. Без подсака и без рыбы. И без рыбы? Да. Ну да. Типа того. Поклевки нежнейшие, слушай. Да не знаю, у меня хорошие поклевки. Не знаю. Ну у тебя само помельче, вон это само. А эти вообще никакие. Ну это поклевался серьезно. Мне те два, я легче их вытащил, чем это. То ли это картушка, у меня картошка там перемоталась. Картошка запуталась. Чего гадость, сама? Поднимайся уже. Ну, у меня вот так вот тоже сопротивлялся. Ни хера подниматься не хочется. И фрикцион тоже что-то не срабатывает. Сейчас. Пусть золотанет, Сань. Хороший. Ух ты, слушай, у тебя красавцы, с каждым разом все лучше. Танец такой же. Это красавцы. Спасибо, Александр Николаевич, за помощь. Поздравляю, Евгений Григорьевич. Вы красавец? Да. Должен осознаться. Вот, смотри. Вон, покажи Машеньке. Машенька, подходи, сейчас покажу тебе дядь Женя. Только на удочке не наступай, пожалуйста. Ого, я кривый. Да, вот такие вот дядя Женя ловит, видишь? Угу. Он умеет, знаешь, ловить, он молодец у нас. Знаешь, чем мы ловим? А, зараз. Да, только лучше давай. А? Знаешь, чем мы ловим? Чем? Ну что, для камы? Да ну все, ты маленький дал. Тут нормальный кросс. Ничего себе. Все. Ставь давай удочку. Покажи вон Машеньке. Сейчас. Аккуратно. Смотри, Машеньке, смотри, крючок. Крючок не зацепил. Крючок не зацепил. Машуль, ты зацепила рыбу? Да. Саша, крабишь? Класс. Покажи же, вытащи. Обалденно. Она фрукти показать, не валить, что уже не видно там. Осень. По весне. Они же набирают сам жира. Окей, красавчик, класс. Это, наверное, уже килограмма два. Так, все, друзья, будем заканчивать уже скоро рыбалку. Рыбалка сегодня была у нас классная. Считай, с 6 утра и до 3 вечера. Мы это самое поймали, и карпов поймали. И подлещик, и таранька. В общем, все было. Погода классная. Михалыч, доволен? Да. Рыбалка супер сегодня. Вон то побережье покажи, смотри, как там красиво. И погода классная. Смотри, как на том берегу красиво, солнышко. Да, на том берегу
тепленько. Незабудки цветут. В общем, само все великолепно, все классно. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. Красота какая. Какой закат красивый.